Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. У этих людей удивительная интуиция. Их часто посещают пророческие сны и видения о том, что должно произойти. Буква «С» в этом имени означает здравый смысл. «Р» – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Буква «С» в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Это умы, стремящиеся к обобщениям, желающие постигнуть действительность в ее целостности. Человеку с буквы «К» в имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Люди с буквы «Я» в имени являются лидерами не по силе, а по уму. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Люди с этим именем умеют обращаться с деньгами. Они всегда стремятся действовать. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Присутствие буквы «О» в этом имени говорит о постоянном стремлении к совершенствованию и самореализации, желание как можно полнее использовать свои способности и возможности. В этом имени звук «В» не создает неприятных ассоциаций и универсален в плане сочетания с другими звуками. Звук «С» в имени также свидетельствует о неравновешенности, частой смене настроений, капризности, чрезмерной требовательности к себе и окружающим. Звук «В» в этом имени связывает с коммуникабельностью и способностью к творчеству. Имеет глубокие чувства, проявляет умение обращаться с деньгами. Увлечения чаще всего простираются в творческой сфере, так как обладатели буквы «В» в этом имени не склонны к подъемам по карьерной лестнице. Привыкли добиваться своего, поэтому обладают исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Эти люди азартны, что нередко провоцирует их на необдуманные поступки. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Они должны больше прислушиваться к своему инстинкту и доверять ему. При наличии благоприятной вибрации внешнего выражения они также отмечены необычными парапсихическими способностями, которые им следует развивать. У этих людей в голове всегда полно идей. В большинстве своем люди с этим именем бесстрашны и верят в людей. Им по силам преодолеть любое препятствие на своем пути. У этих людей имеется чувство собственного достоинства. Эти люди умеют организовать других людей. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.